общем, купил я эту машину, она 2013 года. ППТС. Эксплуатация с мая 2014. Это обычная 520-я бензиновая, самая обычная комплектация. Тут ничего такого сверхъестественного нет. Что могу рассказать про нее? Машина вообще сама по себе как новая. То есть, на ней очень мало ездили. Обслуживали ее, во-первых, у официалов, во-вторых, ставили оригинальные запчасти. Масло надо... Во-первых, рассказываю, в эту машину надо заливать только оригинальное масло BMW. Не надо, пожалуйста, экономить. Иначе вы потом начнете на форумах BMW писать, там, это говно разваливается. Конечно, если вы экономите бабки на нее. Это как... Эта машина как дорогая девушка. Классная, красивая. Если не будете в нее вкладывать, она от вас уйдет просто. Понимаете? Это такая тачка. Сейчас масло покажу. Пойдемте масло вам покажу. Вот такое масло здесь. Finpower Turbo 0W30. Ну, можно в наших российских условиях, конкретно где я живу в Татарстане, можно использовать 5W30, идеальный вариант. Он дешевле, там 800 рублей литр. Вот это 1000 рублей стоит. То есть такая дорогая ерунда. Тут еще какая-то хрень, я честно говоря, вообще не в курсе, что это за поебота. Вот так должен выглядеть багажник настоящего BMW-шника. Щеточка — это обязательный вариант, как бы без нее вообще никуда. Блять. А, блять, она вся. Блять. Вот видите, сука, что. Смотри, мы тут начали съемку, все уезжают отсюда. Вот как надо людей разгонять на площади. Короче, она вся покрыта керамикой, машина. 9 слоев. Керамик Pro 9. Оригинальные диски. Он еще зимнюю дал тоже там на дисках оригинальных. Летнюю, вернее, точнее. В принципе, конкретно в этой машине вообще вот сюда абсолютно никаких вложений. Я ее купил, масло там поменял. Машина очень хорошо очень хорошая шумоизоляция в ней. Бля, надо тонировку снять. А так тачка, посмотри, иди сюда, отсюда покажи. Не, ну тачка вот эта машина, она просто понтами разрезает улицу. Сейчас я вырублю. Обязательно загоняйте в сервис. В Казани я вам могу дать номер хорошего человека. Он прям реально в бэхах конкретно соображает. Он прям вот всю тачку перетрясет, и у вас там все. Он как бы реально сам директор там все решает. Там. Короче, самый крутой сервис в Казани. Если что, могу номер вам дать. Совершенно бесплатно, кстати. Покажи отсюда тачку. Она просто... Эта машина, она понтами просто разрезает улицы. Девки на нее просто как... Я как бы еду, но я вижу, что девки. Они просто... Просто голову сворачивает. Прям вот реально на этой тачке можешь спокойно всех, короче, шпили-вили сделать. Ну, по крайней мере, там, где я живу. Но я сам еще не пробовал. Я машины не для этого покупаю. Я просто автолюбитель. Тут по электронике в этой машине абсолютно все работает. Никаких вообще нареканий. Машины очень довольны. За эти деньги, ну, это вообще самый лучший вариант. Диски в комплекте давление. Ну, короче, в эту часть. Ну, я это даже ударом не могу назвать, это обычно задели машину. Ну, я вам хочу сказать, просто прикинуть, чтобы вы прикидывали цены на ремонт этой машины, если вы вдруг ее сами куда-нибудь воткнете, если у вас нету каска. Фара с блоками управления, полностью со всей установкой, со всей херней. У дилера вот две фары стоят 450 тысяч рублей. Приора на автомате столько стоит. А тут две фары. Это рестайлинговая модель. Ледовские фары. Крыло стоит 25, капот 50, бампер 35, дверь 50. Это еще надо все покрасить, это просто вам привезут запчасти. То есть под ключ, вот тут задели крыло, капот чуть-чуть и бампер меняли, и фару. Плюс, ну, тут парктроники что, напичкано. Все это обошлось 500 там с лишним тысяч рублей по прайсу. Тут удара вообще не было как бы. Тут просто задели тачку, понимаете? И как бы пришлось это все менять. Ладно, каска была, там все это захерачили. А так тачка вообще вся по кузову идеально, говорю, 9 слоев керамики. По движку тоже никаких нареканий нет, все такое.
То есть, если машина шумно так работает, это турбина так работает. Даже если так будет ваша машина работать, даже не пугайтесь, это все турбина. Короче, херня все. Цепи поменять на ней со всеми вкладышами в Казани стоит 70 тысяч рублей. Это не так уж и дорого, на самом деле. Масло поменять на 6,5 тысяч. Что тут еще могу сказать? По движку вообще никаких нареканий нет. Если его правильно обслуживать, N20... Тут стоит обычный мотор N20, B20. Twin Turbo, две турбины. Замена верхней турбины 100 тысяч, нижней 50. Если их ремонтировать, то там, ну, в полтинник рассчитывайте, плюс там съем установки, еще там 5-10 отойдет. Что могу сказать еще? Сейчас прокатимся мы с вами, я вам покажу ее в действии. Что такое BMW 5 серии в кузове N10? Вот шум, вообще ничего абсолютно не слышно, даже как работает вентилятор. Коробка переключает плавно, ну иногда при торможении. АБС, короче, надо тут тормоза посмотреть, еще передние поменять. В принципе, сейчас вот нажму газ. Задний привод очень опасная вещь, на самом деле. Уже 60. Она буксует. Слишком большая мощность на задние колеса. Надо полноприводную тачку. На ней вообще ездить очень страшно. У меня камера до этого была. Как бы на ней вообще как-то не очково. На ней скорость не ощущается. Вот сотку едешь на ней. Вообще, она, именно на задней, вот я сейчас недавно сегодня катался на полноприводной бэхе такой же, 5 серии F10, только 245 кабул там под капотом. На ней, короче, что-то это, не так все было. А на этой прям вот реально очково, короче. И на камере, на передней приводной камрюхе там получается, тоже скорость не ощущаешь, она и выше сама по себе, и в принципе... как бы не чувствуешь. А тут 80 разгоняешься, уже как бы очко играть начинает, так скажем. В принципе, вот я чуть-чуть газ надавлю, ее уже сзад уносит. Я по трассе, как бы вот тоже снегопад на трассе я ехал, ездил, как бы. Не то, что ездил, я как бы постановлю. Короче, очко она не ездит, я вам так скажу, блин. Не покупайте ее первую машину. Первую машину берите как-нибудь попроще. Ну, Камри возьмите, если вам выебываться охота. Бэху брать последнюю, ну, первую машину, вы ебанете. Она вас нахуй уничтожит. И когда тебе самое важное показываю, когда вы остановились, прокатились, остановились, надо обязательно минуты 2-3, чтобы она на холостых поработала. Там турбины потому что стоят. Чтобы турбины выключились. Ну, иначе потом на турбину попадете. Вам оно надо? Конечно же нет. Без машины будете ходить. Вам это не надо, и мне это тоже не надо. Смотрите вот сюда в первую очередь. Вот эту херню. И смотрите, как ее надо это пользоваться. Просто вот эту шайбу крутишь вот так, нижнюю. И нажимаешь информацию, на... чтобы нажать, надо просто на шайбу нажать. И состояние автомобиля. Тоже опять на шайбу. И автодиагностика. Если тут ошибок нет, то в принципе все, ок у вас. Если какая-то ошибка вылезет, она у вас вот здесь там. Треугольник такой будет, желтый. Короче, такие дела. В принципе, что еще могу рассказать? Самое главное, смотрите эту машину глазами. Если по кузову какие-то проблемы серьезные есть, видите косяки, как правило, вообще это. Даже не связывайтесь с ним. Вам это потому, что вам эти проблемы реально не нужны. Эта тачка, она вас реально уничтожит, если вы как бы не готовы к ней. И не покупайте эту машину, если вы, это, она у вас первая. Она как бы реально вас уничтожит. Это такая тачка, она своеобразная. К ней надо привыкать. Это не Камри на передней приводной, который там газ пол нажал, она полетела. Ты как бы контролируешь машину. Тут задний привод. Ты ее не контролируешь. Она тебя может в любой момент в грунт-стоп намотать. Особенно если непривычка, когда ты первый раз садишься и по газам тебе решил дать. Она тебя, блядь, просто... Она тебе самому по газам потом даст. Улица Пабло, Пабло, закидывай на карту бабло. Я уже тут, бро, ты где? Ну и чё, круто, пиздец. Улица Пабло, Пабло, закидывай на карту бабло. Я уже тут, бро, ты где? Ну и чё, круто, пиздец.